В Нарьян-Маре прошел благотворительный концерт «Добрые песни о главном». В 9-й раз на сцене Дворца культуры «Арктика» выступили сотрудники и руководители окружных учреждений, депутаты всех уровней. Концерт проходил 2 дня и собрал 950 тысяч рублей. Эти деньги решено передать на лечение нашей землячки, 9-летней Варе Журавлевой, которая с диагнозом «рак мозга» в настоящее время проходит лечение в израильской клинике. Добрые песни о главном. В Ненецком округе событие уже ставшее традиционным и с нетерпением ожидаемым. Билеты на благотворительный концерт в этом году были раскуплены практически за 2 недели до его проведения. Концерт, который проходил 2 дня, собирал аншлаги. Его посетили более 1000 человек. Мне все нравится. Выступления вообще хорошие все. От души все, в общем, прихожу сюда. Отдыхаю, честно говоря. Конечно же, интересно посмотреть на наших руководителей различных уровней, да, как они проявляют себя в своих талантах, как они выступают, поют. Это все как-то вот, ну, приятно и полезно. Очень интересно смотреть на самодеятельность наших артистов, наших руководителей. И люблю ходить на эти мероприятия, все время хожу. Особенность благотворительного концерта 2019 года – весь репертуар исполнителей родом из 90-х. Хиты дискотек и шлягеры, популярные в конце прошлого века. В этом году мы взяли за тему 90-е, ну и, соответственно, посмотрели репертуар, который был популярен, определили для себя хиты. Главная изюминка концерта – на сцене неподготовленные артисты, представители органов власти, работники государственных бюджетных учреждений и организаций блещут талантами. В концерте приняло участие более 40 человек. Когда работаешь с профессионалами, конечно, номер готовить сложности есть, но их было больше, если бы не было рядом профессионалов. Но у нас есть команда, есть профессионалы, поэтому все сложности мы преодолевали вместе и, в общем, справились. Да, я впервые участвую в этом мероприятии. Ну, сложного ничего не было. Вот. И, честно сказать, просто это новое состояние. И главное, что цель этого мероприятия, она очень хорошая и добрая. И поэтому ради этой цели мы здесь все на сцене принимаем участие. Очень хороший коллектив участников, которые исполняют песни. Сегодня мы, ну, так сказать, создаем, наверное, атмосферу. Собираемся с нашими коллегами, да, с кем мы работаем каждый день. Не имея талантов, наверное, к исполнению музыкальному, но мы хотим именно собраться, сделать такое вот интересное мероприятие и, самое главное, собрать деньги и направить их в Красный Крест. Организаторами мероприятия традиционно выступают Дворец культуры «Арктика» и Ненецкое региональное отделение Российского Красного Креста. Все собранные средства передадут в Ненецкое отделение Российского Красного Креста на благотворительные цели. Общая сумма сборов составила 950 тысяч рублей. Все собранные средства будут направлены на лечение Вари Журавлевой, которая борется со страшным недугом – раком мозга. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север».